В Городовиковске продолжаются работы по благоустройству центральной площади. Напомним, этот проект стал победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в категории «Малые города» с населением до 10 тысяч человек и получил грант на сумму 40 миллионов рублей. Уже к концу текущего года на площади Ленина появится комплекс с фонтаном и башней с часами. Входная группа, музей-кибитка, ступа мира как символ единства всех народов, пагода со статуей Будды и малые архитектурные формы. На сегодняшний день завершен демонтаж плиточного покрытия. Доставлено фонтанное оборудование, начаты работы по устройству основного и пешеходного фонтанов. В ближайшие дни будут установлены малые и большие ворота. Проведены подготовительные работы. Здесь у нас в центре площади будет установлен сеть фонтанов, 4 пешеходных и 2 основных фонтана. Сейчас идет установка пагоды. Надеемся, к концу года, до 1 декабря, проект будет завершен. И будем открывать фонтан. Светомузыкальный. В данном проекте предусматривается финансирование 5 миллионов республиканского бюджета, 4 миллиона районного бюджета и 4 миллиона городского бюджета. Итого общая стоимость проекта будет составлять 53 миллиона.